Сложно сказать. Но армия несет очень важные функции для общества. Воспитательную, оборонительную. И поэтому хотелось бы, чтобы в первую очередь это была структура, которая бы позволяла безболезненно служить молодым людям, без элементов дедовщины, с элементами и на основе самоуважения и уважения своих коллег, чтобы она позволила каждому молодому человеку почувствовать себя мужчиной и защитником, и воспитала бы чувство ответственности за самого себя, за происходящее, за страну. Воспитывала патриотические чувства, любовь к родине. Вот. Армия, на мой взгляд, мне кажется, мужчина должен пройти этот этап в своей жизни, непростой этап. Но мне кажется, что, и будь у меня сын, я бы, наверное, все-таки рискнула бы и предложить ему пойти в армию. У меня много есть подруг, у которых уже взрослые как раз сыновья, которые отслужили или сейчас прямо служат. Как-то, может быть, повезло, но ничего криминального, страшного они не рассказывали, никаких историй. Вполне совместимы с жизнью, и действительно, ребята приходят повзрослевшими, возмужавшими. Слава богу, там никаких ни психологических, ни физических травм не было. То есть можно и это пройти в жизни.